Сегодня в Литве существующий не язычников, но несколько слов до того я хотела бы такой как бы контекст сказать к этому своему сюжету, фильму. В своей работе «В поисках народной памяти» Юлиус Гримас обсуждает проблему соотношения божеств Перкунаса и Пергубриса. Пергубрис, в честь которого устраивался весенний праздник, зафиксирован в надежных источниках XVI века. Этот праздник отмечался 23 апреля, который позже стал называться Юргинес и соотносится с днем святого Георгия Юргиса. Поскольку Перкунас выступает в качестве божества, пробуждающего природу, открывающую землю для нового урожая, его функции совпадают с функциями весеннего божества плодородия. Гримас пишет, если проблема идентификации Пергубриса и святого Юргиса не вызывает сомнений, то соотношение весеннего Перкунаса и Пергубриса остается неясным. На вопрос, является ли Пергубрис только одним из эпитетов Перкунаса, отражающим часть его функции, или его надо расценивать как автономное божество, ответа пока нет. Весенний праздник, устраиваемый в честь Пергубриса, назывался Юргинес. В настоящее время литовские неоязычники называют его Йоре. Само слово Йоре считается славизмом, производным от славянского «яри», означающее «весну», «зелень». От того же корня происходит «яровой», «яры», а также имя бога плодородия и «зелени», «ярыла». Несколько слов о самом этом празднике Йоре, который отмечается в деревне Кулёнис. И это, несомненно, вот нынешний праздник связан с некоторыми движениями неязычников, которые сами себя называют адептами изначальной веры. Это движение активизировалось в Литве в 20 веке. Члены этого движения стремятся реконструировать дохристианские этнорелигиозные традиции, бытовавшие в Литве. В 1929 году было создано общество Ромува, названное так, поскольку, согласно историческим хроникам Петра Дусбурга, главное языческое святилище пруссов называлось Ромове. Это общество действовало до 1940 года, и в 1967 году на волне оттепели была создана этнокультурная организация Ромува, которая занималась в основном краеведческой работой, устраивала экспедиции в разных уголках Литвы для изучения фольклора и народных традиций. В 90-е годы 20 века стало возможным открыто заявить о новой старой религии, и в 92-м году было официально зарегистрировано общество религии балтов под названием Ромува. Его руководителем стал Йонас Тринкунас, и он тем же был верховным жрецом этой религиозной организации. Ромува постулирует языческую традицию, общую для всех балтов, реконструируемую на основании религиозного наследия, сохранившееся у литовцев, латышей и пруссов. Представители Ромувы практикуют религию земледельцев, иначе называя ее хтонической, и связывают ее с землей и подземным миром, и утверждая сакральность и вечность природы. Основные праздники ромуйцев – связанные с ритмами природы, особенно с солярным циклом, то есть с весенним и осенним равнодействием и с летним и зимним солнцестояниями. Ну, празднуются также и другие праздники – Сочельник, Рождество и так далее, весь цикл годовой. Всем христианским праздникам придается языческое значение. Ромувийцы также устраивают религиозные торжества по случаю важных этапов в жизни человека – это рождение, венчание, смерть. В деревне Кулёнис, которая является частью этнографической усадьбы музея Малеты,
Йонас Вайшкунас, которого вот посередине мы видим, устроил модель древней обсерватории, место, с которого наблюдали за движением небесных светил. Она состоит из двух кругов. Первый из них – это 9 деревянных столбов с начерченными на них календарными знаками, а второй – 12 камней с выбитыми на них символов небесных светил и знаками древнего литовского зодиака. Столбы обозначают 6 сторон света и азимуты восхода и захода солнца в дни важнейших календарных праздников. Рядом усадьбы также планируется воссоздать святилище Перкунаса, которое когда-то было в долине Швентарагиса в городе Вильнюс, и на месте которого сейчас стоит Вильнюсский кафедральный собор. Древнее святилище Перкунаса было связано не только с религией, но и с древней астрономической наукой. Внутри святилища находится жертвенник с литовскими знаками зодиака. Работы по воссозданию святилища Перкунаса начались в 2000 году, когда во время праздника Йори был торжественно освящен и положен в основе первый камень, предназначенный для будущего святилища. Сейчас там стоит статуя Перкунаса, которую люди привозят из разных концов Литвы камни, которые жертвуют для будущей постройки. Ну и сам праздник Йори. Как в древности, так и сейчас обсерватория предназначена не только для наблюдения за небом, но и для традиционных религиозных обрядов. Она является сакральным центром, в котором ежегодно с 1997 году в последние выходные апреля собираются последователи древней религии балтов. И все желающие не упустить возможность набраться жизненных сил у пробуждающейся весенней природы. Здесь каждый год празднуется древний литовский праздник первой весенней зелени Йори. Йонас Вайшкунас, жрец общества древней религии балтов, этностронов и сотрудник краеведческого музея Молетой, так говорит об этом празднике. Праздник Йори – это настоящий Новый год. В это время не только является первая весенняя зелень, но и первый раз гремит гром, то есть Перкунас пробуждает все, что вокруг и внутри нас от зимнего сна. Сам праздник Йори происходит так. Праздник начинается несколько дней длится. Первый день предназначается для приведения порядок места вокруг обсерватории, украшения столбов и башен святилища Перкунаса, а также сооружаются праздничные вороты. После этих подготовительных работ все направляются в деревенскую баню, вечером собираются вокруг костра, поют и танцуют. Помимо этого, в течение дня устраиваются мастер-классы по изготовлению древних украшений, изделий, ткачества, росписи, пасхальных яиц, которые называются «Йоручей», стрельбе из лука, различные выставки. Можно поучиться игре в разные народные игры. Основные обряды Йори начинаются утром в воскресенье. В святилище Перкунаса зажигают огонь и ставят на нем большой котел с обрядовой похлевкой. Участники праздника собираются в обсерваторию, оттуда начинает торжественное шествие под бой барабанов и пение песен. Со знамением идут на городище Кулёнис, находящееся в окружении озер и лесов. Там все поклоняются душам погибших на этом городище, не только. Здесь приглашая их принять участие в празднике. Согласно легенде, здесь когда-то ушло под землю святилище со всеми находящимися внутри молящимися людьми и священниками. Здесь разжигают священный огонь и происходит посвящение в жрецы. Посвящаемые получают от верховного жреца специальные знаки отличия посохи и произносят слова присяги. «Я в присутствии жрецов вечного огня, душ предков, великих богов и народа
Обсуждаюсь быть достойным имени жреца Рамувы, древней веры балтов. Клянусь идти и вести народ по пути предков, да помогут мне души предков и великие боги. Передавая ему посох, верховный жрец говорит: «Прославляй почтенное имя жреца Рамумы, создавай лад». На литовском это «тябуне дарна». Посвящаемый кланяются, получают посох, проносят его через огонь и отвечают: «Да будет лад, тябуне дарна». Это все говорю, потому что здесь нету титров в фильме, поэтому чуть-чуть, чтобы был бы контекст ясный. Почетными жрецами становятся известные люди, наблюдающие, работающие на благо Литвы. Например, таким почетным жрецом стали доктор Ньёля Рюйкене, мифолог Дейнис Розавскас. После этой церемонии происходит прием новых рамувийцев. Ими могут стать и дети, и взрослые. Становящиеся членом этого общества торжественно повторяет слова присяги: «Моя душа хранит заповеди предков. Я желаю знать их и передать своим детям. Перед вечным огнем Рамувы объявляю древние вера балтов, объединяющая роды и племена, в течение долгих столетий спасавшие и вдохновляющие наш народ, теперь здесь, в моем сердце». После этого устраиваются турниры воинов. Члены клуба «Живой истории Лейдгерис» показывают приемы битвы на мечах, демонстрируют готовность отражать нападение врагов. Спустившись с городища, все со свечками идут в обсерваторию. Там заново зажигается праздничный жертвенник этим огнем. И над огнем жертвенника жрецы торжественно разбивают два расписанные яйца и разламывают обрядовый хлеб, который жертвует с благодарностью богине земли Жемине. У меня такие вопросы, как бы, в порядке невежества, потому что я мало знаю об этих делах. Но, насколько я слышал, эта языческая религия пыталась добиться для себя официального статуса в Литве, наряду с католичеством, православием, иудаизмом, исламом и так далее. Это до сих пор она добивается? Все еще пока процесс идет. Да, но наверняка, может быть, этот сим все-таки какие-то движения более ясные будут. Но пока это идет как процесс. И второе, это, опять же, насколько я слышал, когда была инаугурация первого президента Бразаускаса, то сначала это было, произошло, кажется, на Герегедемина, по этому обряду. Да, Рамува. Это все делала Рамува, да. И вот Йонас Тринкунас как раз был этот жрец, который его посвятил в президенты. А потом уже он официально был посвящен уже... Да. Но после Бразаускаса это, кажется, уже не делалось. Ну, если кто-то из президентов хочет, они могут. Президент просто такое выражает пожелание, это его, с его инициативы. Другие президенты пока такого желания не выражали. Спасибо. Сколько из этих людей крещенные? Ходят ли они в католический храм между этими ритуалами? Ну да, это всегда проблематично, но вот по последним спискам, когда, как там, Гевантую Клуса, ну когда вот список делает всех, опрос, да, так уже, я сейчас точно не помню, но, по-моему, около 5000 описали себя как язычниками. Хотя крещенные это может быть, но все-таки вот сейчас уже в последние годы люди уже пишут, что они язычники. А ходят ли они при этом и в христианскую церковь? Ну, наверняка по-разному, но те, которые все-таки вот посвящаются в Рамуву и которые вот имеют эту идею, они не ходят. Но с этим местом я еще хочу вот сказать, что
ну, как бы со стороны, может, по-всякому, может, кому-то может казаться даже игра, но вот Йонас, который там живет, он мне рассказывал такую историю, что один раз у него украли очень хороший пюкла, скрипча. Пюкла. А, пилу такую, ну, такую необыкновенную, но такую очень хорошую. И он говорит, ну что же делать, я пошла вот этот круг к матери богини и сделала такой обряд. И в России есть наверняка такой обряд, когда крутишь эту бороду дьяволу и говоришь, там вот кручу-кручу дьяволу бороду, если не отпущешь, не отпущу, пока не отдашь мне. И оказалось там, а как бы там он этот человек, который украл, там он много где украл. И никак его не могли найти. И после вот этого обряда в этой обсерватории через день приходит полиция, приводит этого мужчину с этой пилой Йонаса, говорит, ну вот, говорит, это твоя пила, говорит, моя. Вот так это самое и нашлась очень быстро. Так что это место все-таки уже немало лет, она намолена, и вот как раз все равно эти боги как бы не так и далеко от нас. Скажите, пожалуйста, а вот они с латвийскими гев-турами какие-нибудь контакты? Да, вот сейчас в этом году, вот только неделю назад как раз в Латвии был открыт первый, ну как, не, ну как церковь, но я не знаю, как на этом, святилище. Да, часовня, вот как раз в Латвии была открыта 2 недели назад, и там участвовало очень много из нас, наверное, 100 людей поехало. И там в таком очень красивом месте это святилище открыто, и участвовали. И они, кстати, вот здесь тоже и латыши приезжают, и на эти всякие праздники. Второй очень большой праздник находится там, где вот жил Йонас, имел деревню Дворцичке. Там они как раз праздник большой посвящен Жеминя, вот 15 августа, это восхождение Божьей Матери на небо, наверное. Вот. И насколько мне известно, существует такая постсоветская автономная республика Мали-Эл. Вот в ней язычество признано как официальная религия наряду с православием. Вот с ними они поддерживают какие-то отношения? На этот вопрос я не могу ответить. Не знаю. Еще могу сказать. Песни, которые звучат, они имеют авторский характер или же это подробные? То есть они собраны исследователями, просто как бы приурочены. Да. Вот Йонас Тринкунас, это он уже был один из самых первых, который все-таки очень много участвовал в экспедициях, и его тоже заслуга немалая, что это все потом пелось. Хотя в советские времена, конечно, вот этот единственный жанр наверняка, который разрешалось всеобщее как бы использовать его в праздниках, и ансамбли создавались. В Литве, кстати, очень большое движение ансамблей народных. И это один из самых богатых ансамблями государства прибалтийские. Вот столько нету ни в Латвии, ни в Эстонии. Вот это уже наше как бы свойство ансамблей. И очень такие этнокультурные центры тоже очень большое движение. В последние 10 лет вот наш центр народной культуры тоже в этом приручился. А вот мне как-то Тоган Барановский, сын легального марксиста, рассказывал о том, что до Литвы и там осела, дошла ханская гвардия, но он, естественно, татарин, и ему известны были эти подробности, и там осела. И вот это составляет какую-то часть этноса литовского. Являются ли они мусульманами, известно ли вам что-то о взаимодействии вот этой части этноса с язычниками, и вообще, что об этом известно? Ну, к сожалению, я не могу на это ничего прокомментировать, пока вот в голову сейчас ничего такого не приходит. Хотя Витаутас, он привез татар в Литву, и как бы, естественно, они есть, но вот таких взаимодействий я так не знаю.